Calvin, my favorite cat, this one. No, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I hurt, I don't keep on with me until then. Everybody ask me how I know. I smile until he tell me so. This one, no, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. This one, no, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the phone, tell him that I'm all alone. By the time I come home, when I phone, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is somebody else around, he kiss me on him all the time. He's on the way, everything alright. It's my know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. That's why I know. Yes, I know. Control, it's like a disease.
Oh!
песня одна из моих самых любимых и одна из моих таких знаковых. Песня о том, что надо в себя верить. Надо верить в то, что ты можешь больше, что ты можешь лучше, что ты умеешь летать. I believe I can touch the sky.
Я даже не буду ничего говорить.
но надеюсь, что вы со мной споете. Хотя бы в конце.
все получится. И даже если приходит момент, тот самый неприятный момент, когда то, к чему ты долго стремился, то, к чему ты шел, вдруг, дает не тот результат, который ты хотел бы. И ты считаешь, что у тебя ты упал, что мир рухнул. Есть те самые люди, которые говорят: да, я здесь, и ты сделал это однажды, и ты сделаешь еще раз, еще раз, еще раз. И все будет классно. Вот эта песня про это. How to know how we're wrong if I take what a matter comes. It is wasn't the night. You know when the moment comes to be strong, to resistance, and that is why we'll let you believe. And the big world falls apart, and you think that a feeling will linger. You need somewhere to start. You can't breathe. You don't mind what you.
назад русскоязычную программу. Вот. И мы сейчас некоторую часть этой программы для вас на ваш суд представим. Я очень надеюсь, что вам понравится. Потому что мне эти песни очень-очень-очень нравятся. Мне кажется, он так отражает нашу русскую, такую настоящую страстную натуру.
Надеюсь, вам понравится сольная версия.
Oh.
spirits pay. We're burning is to rock team slaves on tonight. Let it snow.
это тоже рождественская песня, это одна из моих любимых рождественских песен. Она называется, это такая песня пожеланий. Она так и называется Have Yourself a Merry Little Christmas. Пусть у вас у каждого будет теплое Рождество. Действительно такой настоящий, чудесный Новый год, такой, каким мы его помним с детства. Дружный, веселый, семейный, радостный, с подарками, с огнями, со всем-всем-всем, и снегом. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. May the Yuletide come. From now on. Yeah.
так и переводится. Дедушка Мороз стучится в дверь. Ну, такой только американский аналог. Я думаю, вы ее тоже слышали. Наверняка. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He knows when you are sleeping. He knows when you are awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better not shout. You better not cry. Is coming to town. Сказал тебе не говорить. Cigarette smoke.
said, what's showing me so? Начнем вот по правую руку. Ну, Айк, ну может быть ты когда-то. Айк, между прочим, Григорян. Я почему-то все время фамилии меняю местами. Манука, говорю, что у Айка фамилия Газарян, вот, а у Манука Григорян. А на самом деле наоборот, друзья. Айк Григорян лучший, пожалуй, лучший трубач в Москве и в мире, и вообще в Москве. И он крутой, мы согласны. Манук Газарян, это такой чудесный, такой чувственный, такой грамотный и профессиональный пианист, что для меня огромная
удовольствие и честь с ним играть, петь и вообще. И даже дружить. Он все время из-за меня, вот из-за меня почти его не видно, но мы все его слышим. Я думаю, что вы все обратили на него внимание. Это наш Тедди Фуэнтес. Это просто фантастический бас-гитарист. Это каждый раз для меня просто наслаждение с ним играть и петь. Вот. Вот там вот совсем скромно сидит наш прекрасный Влад Волков, друзья. Это, между прочим, Влад пилотирует самолеты. Помимо того, что он прекрасный перкуссионист и такая основа нашего бэнда, вот он еще и покоряет небеса. Вот. И еще прекрасный наш гитарист. Друзья, вы слышали его соло. На самом деле мы работаем сегодня впервые. Вот. И я хочу сказать, что Илья прекрасен. Мне кажется, он очень-очень сегодня влился в наш гитарист. Я еще раз поздравляю вас с Новым годом. Будьте счастливы, будьте здоровы и любите и уважайте друг друга. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч.